Здравствуйте! Сегодня буду готовить гречку по-купечески. Для этого мне надо гречка, лук, мясо, морковь, грибы, соль, перец. Гречку сразу промываю. Лук нарезаю на маленькие кубики. Морковь нарезаю брусочками. Мясо режу небольшими кусочками. Грибы нарезаю произвольно. На хорошо разогретую сковороду наливаю растительное масло, выкладываю мясо и обжариваю его до золотистого цвета. Потом добавляю лук, морковь, все еще хорошо обжариваю и добавляю грибы. Солю. Перчу. Все перемешиваю. Грибы не обязательно долго жарить. Ну, смотря какие грибы. У меня шампиньоны, поэтому их жарить долго не надо. В казан перекладываю всю зажарку. Высыпаю промытую гречку. И заливаю водой из расчета стакан гречки 2 стакана воды. Все перемешиваю, пробую на соль, если надо, добавляю еще каких-либо специй, накрываю крышкой и оставляю вариться до готовности гречки. За пару минут до готовности кладу сливочное масло и опять накрываю крышкой. Ну вот и все. Гречка по-купечески готова. Если понравилось, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Оставляйте комментарии, понравилось или нет.